когда будет такое время, что не будет король в Израиле, не будет король, да, не будет цара, кто-то должен что-то сделать правильно. Кто? Написано, каждый сделает, как он думает, или как он видит, что так правильно. Так что правильно сделать? Что мы можем от этого понять? Что правильно сделать? Только то, что написано в Торе. Только что написано в Торе. Сегодня в Израиле я знаю, что человек, что держит места, что они как спасают такие от этой болезни, это такие, что они тоже занимались когда-то. Почему ему... Почему ему есть удача, да? Почему? Потому что он пришел от них. Потому что он сам был там. За это, что ты знал, Валера, есть такие, стесняются. Ты не стесняйся. Ты каждый урок говоришь, я сделал, я так. Я тебе скажу что-то в лицо. Если есть что-то, что Бог любит самый больше, это благодарный. И ты такой. Во-вторых, если есть что-то, что Бог любит не меньше, чем благодарный, это такой, что сделал ошибку и починил ее. Сделать ошибку, Бог от этого, как Бог говорит, он сделал. Ну, как бошку. Каждый делает ошибки. Но он починил. Ketuv. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא עומדים שם. בן אדם נולד בבית של צדיק. всегда был чистый. Не знает, что это ни наркон, ни пиво, ни вино. Он только нюхает вино, он все, он может упасть. Все, לאבד את ההכרה. Он не знает, что это. Для него это легко быть чистый. Но мы, что пришли от такие дома, что нас учили быть мужчина, ты должен иметь девочки. Если в 14 лет у тебя нету подруга, ты уже может быть, он голубой, может быть. Имен лохавара бишлосра-арбасра, это логевер. Ма, это цачани? Эзэ штуйот. Если он не мало зарабатывает деньги, ах, топил. Гамру ото. Какие слова, он мало спит, 8 часов. Тембель, тембелячи, что